Свои права и обязанности ребенок должен знать с самого детства. Поэтому для ребят проводятся уроки правовой грамотности. В одном из детских домов города Орехово-Зуево сотрудники полиции организовали викторину на знание юридических норм. В этой сказке криминальная личность завладела жилищами двух братьев. Но братьям удалось укрыться в доме у своего младшего брата, дом, который был выстроен с соблюдением всех норм техники безопасности и строительства жилых помещений, благодаря чему братья сохранили жизнь и личную неприкосновенность. Вот так на примере сказочных персонажей воспитанники Орехово-Зуевского социального реабилитационного центра изучали права и обязанности детей и подростков. Кто виноват и какая ответственность последует за преступление? О серьезном форме игры. Так, по словам юристов, детям проще запоминать юридические нормы. И самое главное, не оказаться потом самим среди правонарушителей. По статистике подразделений по делам несовершеннолетних за 10 месяцев 2016 года составлен административный протокол более 400 в отношении несовершеннолетних. Появление состояния алкогольного и токсического опьянения. Также сюда входит мелкое хулиганство, курение, которое запрещено у нас законодательством, нарушение общественного порядка в общественном месте. Сейчас в комиссии по делам несовершеннолетних стоит на учете 310 человек. Зачастую в список хулиганов дети попадают от незнания законов или халатности родителей. Специалисты уверены, чем больше будет проводиться таких встреч, тем меньше несовершеннолетних будет фигурировать в сводках происшествий. Что вы хотели отразить? Семья, папа, мама, ребенок, обучение, имя, гражданство, семья, информация, защита и отдых. Молодцы. Также детям рассказали о правилах поведения на дороге. По окончанию встречи всем участникам викторины были вручены подарки от Главного управления внутренних дел по Московской области, Межмуниципального управления и Общественного совета. По